И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, и подписчики. Сегодня мы играем Гаризмо. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 7. Всем понравилось, когда Димон Покемон меня пугает. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Еду к тебе. А на чем едешь? На блатной кобыле? На блатной козе подскачешь, или как там? На аниматронике еду. На аниматронике едешь, понял. Пацаны, он наверное вентиляции. Наверное? Нет. А где я туда? В этой вентиляции. Нет. В этой двери. Нет. В общем, где-то я, да? В трубу тут лезешь по-любому. А тут нельзя пролезть. Пацаны, у нас дурит, его нету. Или он есть? Вот в чем вопрос, Дима, где Всё ты? Все может быть, как говорится. Я знаю, что он сейчас резко напугает. Поэтому меня надо. Закрыли. Пацаны, правильно, фух, манглиха прилезла. Нас такой не берет. Я тебя понял, хорошо. Пацаны, надо там крест нарисовать мелом, чтобы он не пролазить не смог. Да нет, так не работает. Не работает кресты? А что надо сделать? Нет, кресты не работают. Надо воском помазать там. Ах ты хитрый, ждал, чтобы я выглянул поближе, думает, давай, давай, иди ко мне ближе, ближе. И убил. Пацаны, будьте осторожны. Вот он! Молодцы, пацаны, красавчики. Не успели, ладно, ладно, ладно. Вот так, Диманчик, видишь, как мы мочим в этот раз? В трусах прохладно. Чё-то, Димон, на десятую не похоже сложность, или так и есть? Да всё так и есть, Димон. Один в один, да, Димон? Я просто один, а вас много. В следующей серии за тебя перейдет один человек по имени Димас. Будем вдвоем подписчиков мочить. Ой, пугать. Уже поинтереснее будет. А какую карту пусть напишут в комментариях? Потому что есть много карт у нас. Кто там ли? А, вот он, вот он. Пацаны, пацаны, он пошел на правую сторону. Нет, не пошел. Не пошел. Открываем. Ух! Я видел, вроде тут кто-то был. Так, пацаны, осторожно, осторожно. Это очень хитрый аниматроник. Он уже убил... А, Димон, сколько ты охранников уже убил? Троих, наверное, точно. Он уже убил троих охранников и хочет еще троих убить. Ага, могу и больше даже. Маринетка придет, пацаны. Или не придет? Никого не вижу. Но очень интересно. А чё там ходишь, черный чичила? Закройся! Калитка, закройся! А я вижу, там кто-то сыт в углу, или что ты там делал? Да, ссал. Где-то он здесь. Где-то я здесь. Было бы классно, если бы такая электрическая дубинка тебя парализовала бы. О, тут можно камеры почекать? А, нет. Так, я бегу. Пацаны, бегите быстрей в офис! Чё там, Димон? Ты не был в офисе, тебе повезло, ты выжил. Да-да-да, я зашкерился. Я нападаю прям, как вот эти аниматроники и есть нападают, как они. Я даже не могу отличить, что это Гаризмо, Димон. Представляешь, как реалистично ты это делаешь? Ой, у меня камера сбилась. Пацаны, откройте калитку. Закрывай калитку. Фу. Кто там умер? Ну вот кто-то не успел добежать. Сейчас мы выровняем. Чё? 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 Чё случилось? Чё тебе надо? У меня дома. Че, Димас, ты там переволновался-то, закрыл-то сразу. Ну видишь, ну что ж, не можешь ты меня никак убить. Так я тебя даже не пытаюсь. А, ты не пытаешься. Пацаны, открывайте.
Мы будем знать, что он идет. Ой, Балди, заходи. И он сзади тебя был, вроде бы. Так, так, так. Ой. Заходи. Так, пацаны, стоим. Давайте еще вентиляции поставлю. Все. Все четко. Давайте еще здесь, наверное, да, поставлю. Сейчас, 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 сейчас. Все, пацаны, мы заминировали все входы и выходы. Ух, он идет с этой стороны. Так как? А все, Димончик, мы теперь знаем, что ты здесь. Оп. Так. Че, не взорвалась еще бомба там? Нет. Хорошо. Ну че? О! Блин, Балунбой мог под бомба, да, пройти? Ничего не было. Че-то я не продумал конструкцию до конца. О, давайте попробуем вот этим оружием его замочить. Так, пацаны, прикрывайте. Я его слышу. Вот с этой стороны идет. Ах, блин, моя бомба! Блин, забыл, что бомбу поставил. Но это только я так могу сделать. Не повторяйте это дома. Тут везде блокируйте хорошо так все. Не пройдешь, да, Димончик? Да, не пройти. Потому что мы очень опытная команда. Мы же тоже соответствуем левелу. Такие же охранники. На один левел выше. Мочи его! И бомба, и я! Нет. Ну! Ай, блин, патроняхи! Чё ты, иди... Ой! Извини! Friendly fire, friendly fire! Да что так патронов мало? Блин, ухи! А ну идите сюда, засранцы. Какие засранцы? Да идите, идите, идите сюда. Все вам раздают тут по скримаку каждому. Куда побежал? Ой, блин, а ну всегда пройти! Заблокировали мои порталы! Так, там пацаны мочатся. Я понаблюдаю. С кем они стреляются, вообще непонятно. С тобой, может? Да не. Он сам бешеный. Чё тебе, Димончик? Пора наказать. Сначала найдите. Я потому что... Вот ты! Да прыгай, дурачкокс! Димон, ты заблокировал новый портал! Да, заблокировал. Ждал, пока я выйду, чтобы меня убить. Даже пистолет админский не помог. Я тебе, Димас, как раз проход еще заблокировал, чтобы ты не убежал. Понравилось? Да, охотники за привидениями выходят. Че за говнище? Че такое, пацаны, что вы наделали? Че, кто меня убьет? Ладно, фигня. Ой-ой-ой-ой-ой. Да где он? Выходи! Покажи свою личность! Пацаны, аккуратно, не подходите ко мне. Я очень опасный. Я уже всю пиццерию прострелил 1000 раз. Я его не вижу. Ну,
Я так хочу его замочить. Блин, да как? Я же все чекал. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.